Серия игр о Халке на эмуляторе Demon PS2 версии 4.0 Snapdragon 865. Скоро уже буду, наверное, заканчивать с этими обзорами. Ну, еще несколько серий решил пройти, посмотреть, как будет идти. По настройкам и разгон на 2, и режим зажима на 3, потому что здесь упор в CPU сильный. Даже на 65-м. Ну и все. А так можно играть. Есть проблемка такая, которая не убирается. Это такие, как свечение от Халка. Ну, кого не устраивает, тот может сказать, что игра неиграбельна. Кого? Не будет кому это мешать. Честно говоря, привыкаешь. Я минут 5 побегал. Я привык. Такое свечение от Халка идет. В общем, игрушка интересная. Смотрим следующую. Часть серии. По настройкам. Да, в принципе, все стоит на лучшей совместимости. Вот и все. Смотрим, как идет игра. Сразу геймплей включу.
Что-то я не понял. Зависло, видимо, из-за видеозаписи, блин. Жалко. Еще раз. Я бегал долго, ничего не было, никаких проблем. Да я понял, все. R3. Падла такая, из-за записи зависает. Еще раз. У меня такая фигня была в «Мафии», когда это я сделал. Поэтому «Мафию» снимал с другого телефона. Да что ты будешь делать? Неприятно. Ну, в общем, идет игра хорошо, все нормально. Но из-за записи вот такие проблемы. Понятно, R3. Хорошо. И здесь скрин рекодера зависает. Интересная мишень. Тело. Иди сюда. Отлично. В общем, хорошая игра. Советую. Интересная. Так, вникаешь прям. Залипаешь. О, еще одна эта хрень. Иди сюда. Так, меня сейчас тут замочит уже. Ладно. Пробуем еще один Халк. Настройкам все на самом на лучшей совместимости. Немножко подождем, забыл я квиксейв сделать во время начала игры. Все нормально, только вот опять же такое же свечение идет. Интересно, эта колонна поддастся, нет? Поддалась, да. О, корова.
Понятно. А вот там интересные локации, типа того. Жаль туда. В общем, интересная серия игр. Да, вот такое свечение есть в двух частях. Ну, ладно уж. К нему привыкаешь. Во время игры на него уже не обращаешь внимания. Такой destruction конкретно идет. Советую, в общем, серию этих игр. Интересно, конечно, все разносить. Ну-ка, поднимешь такую штуку, поднял. Советую, короче.